предоставить и костыли. Здесь наоборот, смотрите, чтобы костыли не соскользнули. Аккуратно, хорошо. Не спеша, Галина Петровна Шабатько заново учится ходить. Операцию на коленном суставе пациентки из Челябинска провели в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Владислава Тетюхина. Женщина одна из первых получила здесь помощь по федеральным квотам. Занимаются с нами вот специалисты, как говорится, помогают разрабатывать нам этот суставчик. Ну вот, пролежим здесь, надеюсь, вот 2 недели на этом курсе и будем чувствовать себя намного лучше. В этом году Уральский клинический впервые получил федеральные 1300 квот на эндопротезирование. Операцию по ним провели уже 13 пациентам. У них у всех показания для тотального эндопротезирования коленных суставов. Ну, операции всем проведены успешно. Пациенты многие собираются на выписку. Протезирование, говорят челябинцы, ждали. Несколько лет жили с постоянно беспокоящей болью в коленях и стояли в очередь на замену сустава. Я также стояла в городе Челябинске на протезирование, тоже ждала 2 года очередь. Потом вот позвонили, предложили в Нижний Тагил. Ну, естественно, радости моей не было предела, обрадовалась, что меня сюда пригласили. Клиника очень хорошая. Мы очень довольны клиникой, что сюда попали. Я вообще первый раз в этот край. Когда позвонили, я говорю, а где это Нижний Тагил? Мне говорят, за Свердловск. Хорошо, молодцы. Вообще понравился мне в реанимации такой уход. И хирург хороший, и этот спиналку делали. Вообще хорошо. Сейчас пациенты проходят реабилитацию. Она также в рамках госзадания. Каждый день здесь занимаются по специально разработанной программе. В ход идут и тренажеры, и лечебная физкультура. После второго восстановительного этапа их выпишут. Домой добираться самостоятельно не придется, в госпитале теперь бесплатный трансфер. Так как мы территориально наиболее близки к Челябинской области, первый пациент – это были действительно пациенты из Челябинской области. На этот месяц приглашено уже порядка более 20 пациентов. На следующий месяц мы планируем увеличить количество пациентов. Пациентов мы забираем из города Челябинска и после получения медицинской помощи будем возвращать обратно. В Уральском клиническом реабилитационном центре ждут пациентов и из других территорий. Говорят, что с госзаданием на этот год справится меньше, чем за полгода работы.